Это очень грустно, когда в нашем городе не остается таких реликвий. Но, с другой стороны, есть в Кирове константы, которые никуда не деваются, с которыми можно взаимодействовать каждый божий день. Оксана Стяжкина об одной такой. Перекресток улиц Ленина и Розы Люксембург. Сюда нас пригласила телезрительница Галина для того, чтобы мы прогулялись по этому прекрасному тротуару. Чтобы пройти по нему с коляской, нужно применить все навыки экстремального вождения. Мы уже тут не знаем, как ходить. Безобразие. Да, конечно, неудобно. А что сделать? Малышу как нравится? Да, я думаю, нравится. Да, он засыпает. Если малышам хорошо кататься по этим кочкам, то людям взрослым приходится ходить с осторожностью. Вот ползаем, вот так вот тихонечко. Я не понимаю, за что мы платим налоги и вообще, чем заняты наши чиновники. Полнейшее безобразие. Быков совершенно никакого внимания не обращает на наш город. Мы уже увязли и в грязи, и в снегу, и в воде, мы уже все повязли. Некоторые ругают чиновников, а некоторые даже решаются пригласить их прогуляться по этой улице. Снимают? Да. Белых. Вот пусть Белых приедет и вот это вот разберется тут с этим совсем. Безобразие. Вот скажите, а почему под навесом не гуляете вот там? Под навесом? Так идите прогуляйтесь, там одна сырость, я ноги промочу. А вот тут? А тут, так тут одна земля. И, наконец, Наталья рассказала, как решить вопрос с безобразным тротуаром. Дворника сюда надо, дворника, обыкновенного дворника. Всего-то навсего. А больше-то чего? Ну не летать же тут. Если вам очень захотелось каких-то новых ощущений, например, замочить ноги, поломать, ну или же замарать, то добро пожаловать на перекресток улиц Ленина и Розы Люксембург. Оксана Стяжкина, Максим Скачилов, программа «Вятка Тудей».